ТГУ, основанный в 1878 году, крупнейший интеллектуальный центр Северной Евразии. Для построения университета мирового класса необходимы наличие талантов, диверсификация ресурсов и современная эффективная система управления. Целевым ориентиром для ТГУ является идеология повышения качества жизни человека и общества. В модели учтены основные процессы университета – исследования, образование и производство инноваций. В основании генома ТГУ заложены базовые понятия – классичность, фундаментальность и открытость. Классичность есть формирование в процессе обучения и исследовательской деятельности человека, способного к саморазвитию и максимальной реализации своего потенциала, способного действовать поверх границ существующих профессий. Классическое образование позволяет обучаться на протяжении всей жизни, формирует системный тип мышления и воспитывает в человеке стремление к непрерывному самосовершенствованию. Фундаментальность понимается как направленность на получение знаний об основных закономерностях мироздания. Изучение сложных и сверхсложных явлений требует междисциплинарности исследований, развивает исследовательский тип мышления. Наших выпускников отличает способность непрерывно заниматься исследованиями в любой профессиональной деятельности. Открытость стала третьей компонентой в базовой модели университета. Ключевые понятия – интернационализация, вхождение в научные консорциумы, создание сетевых объединений и интеграция с инновационными глобально ориентированными компаниями. Академическая мобильность, привлечение зарубежных специалистов, совместные лаборатории – все это способствует формированию новых научных школ, новых взглядов и идей. Инновации – это интерфейс современного университета для взаимодействия с обществом и экономикой знаний. На ближайшие годы мы сосредотачиваемся на развитии инновационной экосистемы университета. Проекции оснований на базовые процессы университета образуют ключевые элементы политики ТГУ в области управления и дают ориентиры на мероприятия, управленческие решения и приоритеты. Например, наука и образование в проекции на фундаментальность дает междисциплинарность. Отсюда управленческие мероприятия, поддержка кросс-дисциплинарных программ и курсов, создание соответствующих инструментов оценки качества, выбор зарубежных партнеров, ориентированных на междисциплинарные исследования и коллаборации. Таким образом, задача современного классического исследовательского университета – сформировать человека будущего. ТГУ готов к ее решению.